Это учителя Ливайцевской школы, где я когда-то училась. Здесь Нина Васильевна Хромеева, Валентина Васильевна Кудрявцева, Капитолина Александровна Лебедева и многие другие, Александр Александрович Гуров, которые пришли из первой средней школы. Мы трудились, мы поколение, которому труд упорный не был тошен. Вот я перед вами скажу, что по первой, первая профессия у меня – учитель начальных классов. Вторая – это старшая пионервожатая средней школы номер один и пионерских лагерей города Углича, лагеря «Юность». Третья моя специальность – это дневное обучение в пединституте, учитель русского языка, литературы. Четвертая – учитель истории, обществознания. Пятая профессия – учитель французского языка пятых-девятых классов. И кое-кто учился у меня на этих уроках. Шестая – преподаватель мировой художественной культуры. Труд упорный нужен и вам в любом возрасте. И пусть вас осеняет только мысль о красоте нашей жизни, о заботе о нашем городе, о заботе о своих близких, о своих детях. Счастья вам всем, дорогие дети и, конечно, дорогие мои коллеги. Здоровья, успехов!